Слава Богу! Я хочу сегодня открыть 102-й псалом. Ой, можно немножко меня потише сделать? Угу. Псалом Давида. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои. Избавляет от могилы жизнь Твою, венчая Тебя милостью и щедротами. Насыщает благами желание Твое. Обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих завет его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его». Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. И Церковь Божия скажет Аминь. Знаете, здесь Давид так прекрасно перечисляет, кто может благословлять. Когда у тебя руки очищены кровью Иисуса Христа, да, когда ты крепок силы, когда ты исполняешь Слово Его, когда ты повинуешься гласу Слова Его, ты можешь смело благословлять имя Господне, и тебе будет легко от этого, потому что на самом деле твоя совесть тебя не будет обличать, потому что ты омыт, потому что ты поставлен на этом мощном основании, которое есть наш Господь Иисус Христос. Давайте мы сегодня встанем, прославим имя нашего Господа, потому что мы здесь собрались ради Его, мы здесь собрались им, мы здесь собрались Его силой. Слава Тебе, всемогущий Бог! Господь, аллилуйя, Господь, очень благослови сегодня собрание святых Твоих, омытых Твоей драгоценной кровью, те, которые пришли благословить имя Твое, те, которые, Господь, очень стремятся, желают исполнить волю Твою, те, которые исполняют заповеди Твои, не своей силой, но уповая на Тебя, всемогущий, благодатью, Господь, очень мы есть то, что есть, не сами, Господь, очень. Аллилуйя, Отец, осану мы полностью целиком Божии. Аллилуйя, Отец, просто бери нас еще и еще. Делай то, что Ты хочешь, Господь Отец. Да исполняется воля Твоя, Господь Отец, на этой болгарской святой земле. Аллилуйя, Отец, разбуди, Господь, свой Божий народ. Встряхни, Господь Отец, аллилуйя, Отец, церковь Твою. Пробуди ее от всякого, Господь Отец, сна, от всякой литургии, Господь Отец, от всякой ленности. Аллилуйя, Отец, осана, Господь Отец, потряси, Господь Отец. Чтобы Господь Отец Асана, она была очищена Тобой и принесла еще больше плода, Господь Отец. Хвала Тебе, всемогущий Бог, дай нам сегодня прославить Тебя, как Ты этого заслуживаешь, Иисус. Мы молились здесь, на этом месте, во имя Твое, Иисус Христос, наш Господь и наш Бог, и народ Божий скажет Аминь. Давайте мы прославим нашего Иисуса. Аллилуйя. Аминь.
оживил наши сердца, Иисус. Слава Твоя. Ты оживил нас, когда Ты вдохнул дух своей жизни. Ты искупил нас своей драгоценной кровью. Ты можешь сегодня сказать, что я искуплен? Так мало искупленных. Ты можешь провозгласить голосом, сердцем и душой, что я искуплен? Я искуплен. Аминь. Yeah.
Господу за то, что когда-то Он искупил нас и сделал свободными. Вы можете сказать, почему мы сегодня здесь? Для чего мы ходим в церковь по воскресеньям? Какого вы себе варианты? Задай вопрос себе, почему я сегодня здесь? Мы здесь, самое главное, потому что мы любим Иисуса, аминь. Потому что мы любим Тебя, Господь, поэтому мы сегодня стоим здесь. Мы любим Тебя, Иисус. Тебя я буду славить, Иисус.
просим Тебя сейчас, открывай, пожалуйста, в нас свои потоки. Господь, дай нам напиться от потока Твоей живой воды. Мы говорим Тебе спасибо за это благословение и привилегию называть Тебя своим Отцом. Господь, доверять Тебе все самое дорогое и сокровенное. Открывать Тебе свое сердце. Открывать Тебе самые глубокие тайны, которые мы не можем открыть никому из людей. Но
знаем, что мы можем доверить это Тебе. Господь, у каждого из нас есть сокровенные уголки, куда даже мы очень редко заглядываем. Господь, но сегодня мы хотим принести это Тебе. Пусть не останется в наших сердцах и в наших душах темных мест. Господь, пусть Твой свет освещает все. На всех уровнях, на всех глубинах. Пусть будет светло. Yeah.
распахиваем, Господь, свои души, закрушаем пред Тобой свой дух. Господь, мы в единстве взываем Тебе о Твоем благословении и помазании. Господь, благослови, пожалуйста, сейчас это место, это служение, от первой до последней минуты. Господь, пусть сегодня являются Твои чудеса и знамения. Господь, пусть сегодня Твоя любовь, Твое Слово касается наших сердец. А в очи пусть Твое Слово разбивает и топит любой лед неверия, сокрушает все твердыни, рушит все преграды. А в очи пусть здесь и сейчас приходит Твоя свобода. Пусть здесь и сейчас наполняется Твоим Духом Святым, Твоим присутствием. Господь, все возьми, пожалуйста, под Свой контроль. Пусть не останется ничего человеческого, но будет все Твое и все от Тебя. Ибо Ты наш Бог, и не будет у нас других богов, кроме Тебя. Только Ты наш живой Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Мы преклоняемся пред Тобой, за все Тебе благодарим. И молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет: Аминь. Взываем Тебя, Иисус.
Еще больше приблизиться к Господу, еще больше познать Его, еще больше возжелать Его, чтобы еще больше пребывать в Нем. Аминь. Воздайте славу Господу, Он достоин славы. Пожалуйста, присаживайтесь.